Давай, давай, давай. Вот это да, Ники. Всем привет, ребята. Мы на канале Happy Ники. Ники, ты сегодня Леонардо? Да, вот я. Вот ты, покажи пальчиком, поверни к ребятам, чтобы они увидели, где ты. Вот. А это что у тебя в руках? Это трек-черепашка. Трек-черепашек. Вот это красная, супер. А это зеленый, а это синий. Ну что, будем открывать? Да. Так, я тебе чуть-чуть вначале помогу. Та-дам, та-дам. Синий. Вау, как тут много запчастей. Мне кажется, это очень сложно нам будет. Леонардо. Приклеено. Приклеено. Леонардо, давай крикнем Тёму. Тёма! Помоги нам. Помоги нам. Тёма, заходи. Привет, ребята. Тёма, ты поможешь нам собрать? Да. Ура! У нашей черепашки Леонардо есть супер помощник. Бери пальчики. Ники, ты пока вытаскивай Леонардо и Рафаэля из коробки. Держи. Как у вас продвигаются дела? Я открепила, можешь вытаскивать. Давай, давай, выковыривай. У нас идут съемки того, как мы собираем трек. Да, это нужно снять, Ники, давай выковыривай. Давайте попробую помочь. Здесь находятся провода при соприкасании с дорогой, позволяющие нашей супермашинке гоночной черепашек двигаться. Посмотрите, как он сидит, интересно. Вот такой красавчик Леонардо. Держи, Леонардо. О, это на меня похоже. Да, похож на тебя. О, у меня даже есть зубы. Покажи. О, правда? У вас есть зубы? Так, отдаю дополнительные лишние запчасти. Какие батарейки нужны? Double A. Double A, сколько штук? 4. И еще ножик. Как у нас там стоят дела, Ники? На что магните. Ты? На магните машинки. Да. Батарейки примагничиваются к мотоциклу. Очень интересно. Это где ставить батарейки? Нет, думаю, батарейки надо ставить в другом месте. Так, ну что, устанавливаем последние опоры. Да. Чтобы они не упали. Угу. Было мягко. Это было... И улетят. Не улетят. Готово. Ники приготовила два пульта. Надо поставить батарейки сначала. Да. Так, Ники. Леонардо поехал быстро. Давай, Ники. Он просто самый скоростной. Что тебе не нравится? Ну, твой же голубенький Леонардо. Нажимай. Давай, давай. Давайте поставим его наверх.
Так, это я напался? Ау! Ты его развернула? Ау! Подожди, не нажимай, секунду. Давай. Он съехал опять с линии. Нет, он все равно вылетает. Еще раз. А если вот так? Ну-ка, давай. Леонардо уже устал нажимать. О, второй поехал. Ой, даже он не вылетает. Тёма, как ты это сделал? А, мы тоже так хотим. Почему он не улетал? Ники, тебе понравилось? Да. Рафаэль, как стрела полетел. Да? Воу-воу-воу. А, Ники. Не нужно нажимать, можно просто держать. Ты слышишь? Если ты нажимаешь, то он едет рывками. А если ты будешь просто держать, Ники. Ники, ты просто... Не улетел. Да, ты просто должна вот так нажать на кнопку, потихоньку смотреть, медленно. Не нажимай сильно, тогда он не вылетит. Хорошо? Только не нажимай сильно. Слегонца. Не нажимай сильно, иначе он вылетит из гонки, и он больше не будет в игре. Оу, Тёма проиграл. Так, вот, Никин, не нажимай, сильно не нажимай, чтобы он не вылетел из гонки. Давай. Вот это да, Ники. Супер игра! Ники, смотри, он догоняет тебя, догоняет! Быстрей! Ники, беги! Быстрее, Ники, давай, он догонит тебя сейчас! Он врезался в тебя! Пять! Ну что? Вау! Опять авария! Поехали! Перевернулась. Тём, поставь Никин. Ники, тебе нравится эта игра? Да. О-о-о. Это моя семья. Вот это гонка! Да, прямо как NASCAR. Ники, давай прощаться с ребятами и продолжим игру, уже серьезную гонку. Тёма делает приготовление к серьезной гонке. Ники, говори ребятам пока-пока. Пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока. А поцелуйчик? Пока, ребята, до новых встреч, до новых игр. Мы разберемся с любой игрушкой.